Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі КРТ і сьогодні в ТБУ, де ми обговорюємо з відомими українськими політиками, діячами та просто авторитетними, в хорошому смислі цього слова, людьми, останні актуальні події. Вітаю вас, я Андрій Гожий, а в гостях у мене сьогодні Олексій Бебель, адвокат. Доброго дня. Добрий день. А Тарік Незалежко, на жаль, зараз знаходиться в Сполучених Штатах Америки, де він як спеціаліст по гідності консультує наших афроафриканських, афроамериканських і афроєвропейських братів. Він передає нам питання та передав на новину, яку ми зараз обговоримо з нашим гостем. Пане Олексій, дивіться. Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про реформу поліції. Про це повідомляє видання The Hill, ну, «Холми», напевно. За документ, названий «Закон про справедливу поліцію імені Джорджа Флойда», на честь загиблого в Мінеаполісі афроамериканця проголосували 236 членів палати, більшість з них – члени Демократичної партії. Законопроект забороняє поліцейським застосовувати задушливі прийоми при час затримання. Крім цього, він передбачає створення бази даних, що відстежує співробітників поліції, за якими було помічено неправомірну поведінку і змінює тактику по випису ордерів та роботі правоохоронців. Скажіть, будь ласка, ви за подіями в Буремній Америці слідкуєте? У якійсь мірі. То що ви скажете, там революція гідності чи передвиборча боротьба, як ви вважаєте? Нет, ну, конечно, просто назвать это предвыборной борьбой, ну, не получится никак, так? Там действительно есть вопросы, касающиеся протестов, массовых беспорядков, ну, как хочешь. Это можно характеризовать, ну, с разной точки зрения, так? И разные процессы, те, которые там происходят, тоже, скажем, можно оценивать по-разному. Очень оно неоднозначно, то, что там происходит. Естественно, конечно, поскольку оно накладывается на предвыборный год, в этом году выборы президента в США, и понятно, что в той острой борьбе, которая сейчас происходит, ну, как бы с определившимися вроде бы противниками, это с одной стороны Трамп, с другой стороны Байден, то понятно, что Трамп, он представляет, как мы понимаем, консервативную Америку, Америку, которая по его лозунгам должна стать великой, снова стать великой, то есть возвращение экономических, ну, предприятий на территории Америки, америкоцентричность и так далее и тому подобное. Что касается демократов, их политика тоже, в принципе, всегда понятна. Это вопросы, больше касающиеся глобализации, и поскольку эти протесты происходят во время каденции президента Трампа, то понятно, что члены Демократической партии и те конгрессмены, которые находятся там, они будут поддерживать любые предложения, исходящие от людей, как бы от избирателей своих, так, о тех или иных реформах. Так. Насколько эта реформа нужна Соединенным Штатам Америки? Ну, я судить не берусь. Почему? Потому что в отличие от тех, как их называют, международных экспертов, которые часто советуют Украине, как и что надо реформировать в нашем праве, да, то я думаю, этот вопрос всецело надо относить к полномочиям именно все-таки американских законодателей, американского президента и вообще власти Америки, так и избирателей Америки, и граждан Америки, которые должны решать, каким образом они должны поступать, нужно им реформировать полицию, не нужно им реформировать полицию, и каким образом им нужно реформировать полицию. Тоді питання філософське. Скажіть, будь ласка, ви ж біла людина, так? І я біла людина. Ви відчуваєте вину свою перед афроамериканцями за рабство? От стали би ви на коліна, якщо б це був такий ось мейнстрім, наприклад, в Україні, ставати на коліна перед темношкірими? І от як ви самі себе почуваєте? Ну, якщо ми касаємося цього питання, то я вам скажу, що ніякої вини я не відчуваю, я відчувати не можу. Чому? Тому що, ну, по крайней мере,
наша страна никогда... Украина, Радянский Союз. Украина, так, до этого она была частью, часть Австро-Венгерской империи, часть Российской империи, да, до этого это была Речь Посполитая, до этого Великое Княжество Литовское, то, собственно говоря, они никогда, ни одно из этих государств не занималось... то, что называется... Работорговля. Ну, работорговля, да. В том виде, что возили рабов из Африки, так, и торговали ими. То есть у нас никогда, в принципе, расового конфликта, расовых вопросов не стояло и не стоит. И поэтому никакой вины я ощущать не могу. И, собственно говоря, нас этот вопрос и этот конфликт, по большому счету, не касается, ну, никак. Але ж наші політики люблять полізти в американські справи, ми пам'ятаємо, і як вони предвиборче підтримували не Трампа, і потім були проблеми. А отже, скажіть, будь ласка, а коли нашій поліції заборонять, приймуть такий закон, де буде заборонено гвалтувати жінок, бити людей, стріляти по людям, коли, може, і нам треба прийняти такий закон імені Джорджа Флойда? Ну, скажу вам так, я достаточно долго, да, работал и не только в адвокатуре, да, но и в других структурах. И я прекрасно понимаю все плюсы и недостатки тех же бывших органов милиции, а ныне органов полиции. Я не могу сказать, что органы полиции у нас непрофессиональны. И все законы, которые есть, они в принципе приняты давно. То есть эти вещи делать нельзя. То есть, если полицейский защищает свою жизнь, жизнь других граждан, так, и вообще общественную безопасность, он имеет право применять оружие, он имеет право применять силу. И более того, только они и должны применять силу и оружие. Здесь вопрос стоит в другом. В соблюдении государством и той же полицией монополия на насилие. Только они, и никакие не активисты, никто другие, как бы они себя ни именовали, так, не имеют права делать ничего. Либо, кроме как, опять же, защищая общественный правопорядок, свою жизнь или еще что-либо в этом смысле. Поэтому снова говорю, у нас все это принято. Вопрос другой, что бывают такие случаи, о которых вы говорите. Ну, то есть, это, понятное дело, отсылка к Кагарлыку. Понимаете, вопрос к Кагарлыку, да? Или до этого была когда-то в Радиевка, или еще что-то. Боюсь, что ни один правоохранительный орган в мире не застрахован, даже в самых благополучных странах, не застрахован от таких эксцессов. Почему? Потому что, ну, все живые люди, так, и всегда могут попасть даже нормальный человек, да, в силу каких-то жизненных, еще каких-то ситуаций, может просто, ну, превратиться в человека с позитивным, со знаком плюс, да, с человеком со знаком минус. Произойдет какая-то плохая профессиональная деградация, да, человек вообще может стать чудовищем, да, стают же обычные люди маньяками, ну, к сожалению, становятся, да, и точно так же и какой-то работник полиции или другого правоохранительного органа с таким же самым успехом может им стать. Так? Не дай Боже, конечно. Поэтому вопрос в чем? Вопрос в том, как принимают на работу. Вопрос контроля за своими сотрудниками. И третий вопрос – это вопрос психологического тестирования и вопрос своевременности реагирования руководства на те сигналы о нарушениях, которые есть. Кроме того, я вам скажу, что плохо, что в том виде, в котором был прокурорский надзор, в том числе за соблюдением оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования в органах тогда внутренних дел, ну, сейчас с полицией, да, что он в том виде, в котором он был до 2014 года, его сейчас нет. Почему? Потому что полноценный прокурорский надзор давал больше возможностей выявлять такие факты и своевременно их, на них реагировать. Тобто новое законодательство говорю, про прокуратуру, которое было принято там, Луценко? Я вам не под Луценко, увы. Оно было разработано еще до 2014 года, так? И только с небольшими вкраплениями этот проект был принят в 2014 году и вступил в 2015 году. И дальше он только, на мой взгляд, так еще более и более, ну, усугублял положение, те изменения, которые вносились дальше. Вопрос ведь не в Луценко, понимаете? Вопрос в полномочиях, в том, кто работает, да, и в тех бесконечных аттестациях, которые там происходили, и оттоком кадров. Вот в чем ведь вся проблема. А полномочий тех, которые были, их, к сожалению, нет.
они по сути своей убирались, почему? Потому что, ну, будем называть вещи своими именами, под даже не давлением, а под желанием понравиться западным структурам, чтобы сказать, что мы более, так сказать, прогрессивны, демократичны и так далее. Но на самом деле каждой правовой системе и каждой стране, да, соответствует свой тип поведения и свой тип органов, которые, ну, в принципе, они же должны работать для наших людей, то есть для простых людей, и обеспечивать максимально защиту их прав и свобод. Так вот, уничтожение, по сути, так и это реально так назвать, этих полномочий, так и разрушение структуры той, которая была, ну, она привела к тому, что привела. Но на самом деле, снова-таки, если касаться полиции, я все-таки хочу сказать одно. Может, это, знаете, многим будет непопулярно, не понравится, но тем не менее, из многих правоохранительных органов, да, которые вот прошли вот это бесконечное реформирование, начиная с 2014 года, нужно сказать, что органы полиции имеют достаточно профессиональный потенциал. Еще, да. Тоді коротенькі питання, скажіть, будь ласка, то кого ще потрібно, щоб поліція зґвалтувала, щоб Аваков пішов у відставку? Може, самого Авакова, коли його поліція зґвалтує, може, він тоді вже піде. Він 6 років, і ці 6 років інциденти, за які в Європі не те, щоб вигнали міністра, вже посадили би його за грати. А у нас і дітей поліцаї стріляли, і людей вбивали, і гвалтували. Ну, може, вже пора у відставку піти? Вы понимаете, это страшные факты, то, о чем вы говорите, так? Но, во-первых, вопрос касается чего? Национальная полиция Украины, если мы уж будем так чисто брать по закону, да, она есть одним из органов, который подчиняется Министерству внутренних дел. Министерству внутренних дел, но это самостоятельный орган, да, точно так же, как им подчиняется пограничная служба, ну, служба по чрезвычайным ситуациям и так далее. Принимать министру или не принимать отставку, ну, подавать точнее, или не подавать в отставку и в Верховной Раде инициировать или не инициировать, это в принципе вопрос, скажем, подхода каждого конкретного народного депутата к этому вопросу и оценки его деятельности министра, и опять же понимание министра, нужно ему это делать или не нужно. Я снова-таки, наверное, скажу не очень популярную вещь, да, но я не могу сказать, что вот даже при тех инцидентах, которые были, да, вот, это что-либо изменило. Да, вы правы, в Европе может быть гораздо более мелкий вообще проступок какого-то подчиненного, который вызывает волну отставок. Почему? Потому что в Европе, и в этом, я считаю, у них... Это хорошая традиция европейская, которую как раз нам, наверное, нужно было бы перенять. Да? Есть такая традиция уходить в отставку при, ну, каких-то таких нарушениях. Почему? Потому что, ну, это считается недопустимым далее работать самому. Вот, надо дать кому-то другому попробовать. У нас ведь ситуация немножко другая, если мы так трезво и по-честному скажем. Да? Ну, понятное дело, незаменимых нет. Можно найти другого министра внутренних дел, может, это будет хуже, может, это будет лучше. Так? Но вопрос в другом. Насколько это изменит его отставка, давайте так по-честному скажем друг другу, да? Вообще ситуацию в органах национальной полиции и вообще в системе правоохранительных органов. И в органах прокуратуры, допустим, если мы будем идти так широко. Щось змінить, він показав себе, якщо ми замірюємо думку суспільну, рівень довіри до поліції, то, вибачте, до бандитів рівень довіри більше до їх понятій, чим до поліції. І кожна людина, і ви як адвокат знаєте, хто хоч раз стикнувся з поліцією і намагався дійсно за захистом звернутися, особисто я знаю приклади, коли людей били, вбивали, прямо забивали при працівниках поліції певні активісти, котрі пов'язані з паном Аваковим, то поліція чи по телефону розмовляла, чи в сторону дивилася. Тому давайте ми... Я не скажу навіть слово «проти», так, к сожалению, все это есть. Но я хотел сказать о другом, что сама
сама смена одного министра на другого, так, не приведет, поверьте мне, никаким серьезным структурным изменениям. В каких-то вопросах, да, каких-то активистов, так, начнут, наверное, пресекать их деятельность, да, и начнут их привлекать к ответственности. Но кто может нам ответить и дать утвердительный ответ, что другие активисты не начнут заниматься тем же самым? Вопрос в другом. Вопрос в том, что нужно вообще менять подходы к карьере не только в правоохранительных органах, но вообще в государственных органах, в подборе кадров в государственные органы, в сохранении и продвижении, и предоставлении возможности развиваться умным, честным, порядочным. Вот тогда при такой расстановке сил, возможно, у нас произойдут структурные изменения. Если мы будем просто выгонять всех на улицу, как это пробовали делать, и набирать, как это говорили, новых лиц, особенно активистов, правоохранительные органы, то мы получим только развал и более ничего. А вот когда у нас прекратятся, опять же, называя вещи своими именами, торговля должностями, назначение на должности своих, так, вранье и вешание, извините, лапши на уши о том, что вот мы взяли там из бизнеса человека, мы привели его, поставили на высокую должность, он ни дня не работал в этой системе, он не понимает, что там делать. Он просто не понимает, что там делать. Вопрос государственного управления – это вопрос, которому нужно учиться с молодых ногтей. Так? А если мы будем просто менять, тасовать одного политика, ставить другого политика, так, боюсь, что это не будет тем эффектом, который убережет нас от, скажем, Кагарлыков, Радиевок и прочих вещей, которые есть. Так? А также от тех фактов… Вот, это то, что я говорил, и то, что, точнее, то, что вы сказали, и то, о чем я до этого говорил. Вот это вот самый страшный момент. У нас нету монополии на насилие. У нас ходят люди, которые, собственно говоря, занимаются чем хотят, что хотят, делают, так, и это, и не несут за это никакой ответственности. А если начинают нести, то только под большим давлением общественности и средств массовой информации. Зрозуміло, ваша позиція є зрозумілою. Не знаю, чи її поділять наші глядачі, але на то ми маємо і Конституцію, і державу, коли кожен може казати те, що вважає за потрібно. І ось ви дійсно тільки що розповіли про реформи, і ми пам'ятаємо, хто нам робив реформу поліції. Це були заїжджі грузинські гастролери, там Деканаїдзе з Гуладзе, яких к нам сюди привіз Міхаїл Саакашвілі. Міхаїл Саакашвілі колись був такий собі на масовці у Петра Порошенка, керував однією з областей Одеської, їздив в турне в інші міста, представляв від БПП кандидатів в мери, в депутати, але потім щось вони там поругалися. Да, ми пам'ятаємо цю історію. Ось, і цей наш, в тому числі, натхненник і поліційних реформ Саакашвілі був повернутий президентом Зеленським, і зараз він у нас теж є головний по реформам. І що він сказав? Знаєте, він заявив, що Росія, країна, з якою у нас дуже напружені стосунки, випереджає нас по реформам. За словами Саакашвілі, в Росії слухають і чують бізнес набагато активніше, ніж на Україні. І що росіяни виграють у нас війну на фронті реформ. Це що таке? Чому ще Міхаїл Саакашвілі за проросійську політику ще не затриманий СБУ? Чому ще там нема купи активістів, які вимагають негайно «Чемодан, вокзал, Росія»? Що це він таке каже? Як це так? Ну, потому куча активистов и нет, что Михаил Саакашвили, ну, в силу своего положения и, будем говорить реально, иностранной поддержки, его же есть она, это очевидно, так, он имеет возможность говорить, пожалуй, иногда ту правду, которую, ну, не могут сказать другие. Так, я не берусь судить о том, насколько свободнее бизнес, ну, чувствует себя на территории Российской Федерации.
Ну, мы же не можем не поверить самому Саакашвили. Нет, но я еще раз говорю. Он, я думаю, что если он это говорил, то, по крайней мере, у него есть какие-то оценки, да, у него есть какие-то цифры. Ну, вы так вважаете, что Саакашвили та людина, яка говорит так не с головы, а с оцінками? Вы понимаете, тут скажу вам так, сказать сложно, так? Вот это. Но я не думаю, что именно здесь, вот говоря об этом, так, он сказал что-либо, ну, просто так, да, просто так. Но снова такие, у меня нету никаких расчетов и подтверждений того, так это или нет, но могу сказать о другом, да. Слышит ли бизнес в Украине? Как бизнес защищается в Украине? Ну, это вопрос очевидный всем, так? Как? Вот да, вы скажите, вот, скажите вы. Да, вот скажем так, очень так скажем, не сильно, так? Не очень сильно. Не сильно. Если, ну, я не говорю, понятное дело, что если мы говорим о самом крупном бизнесе, о самом верхушечном бизнесе. Об олигархате. Да. Тогда понятно, что их всегда слышат, но их слышат в любой стране, как бы там это ни было. Самый крупный бизнес, он влияет на политику абсолютно любой стране, кто бы что ни говорил. У него есть на это возможности, так, и есть для этого силы. Что касается среднего бизнеса и мелкого бизнеса, тут у нас поле не паханое. Скажите, вот у меня зараз питаннечко таке. Чи можна назвати бізнесменом в європейському цьому плані людину, яка була, ну, наприклад, десь директором, червоним директором, потім, використовуючи службове становище, приватизувала завод, не який вона будувала, не який вона вкладалась, потім осідлав монополію, так, сидить на бюджетних грантах, розставивши своїх депутатів, політиків. Чи є це бізнесмен в європейському розумінні? Чи це може паразит, а не бізнесмен? Вопрос, в принципе, интересный и правильный. Так? Почему? Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, да, что если человек, там, как Илон Маск, там, еще кто-то, да, добился каких-то успехов, ну, тот же, скажем, наш Игорь Сикорский, выехавший в Америку, да, и создавший компанию, в общем-то, ну, да, благодаря помощи некоторых русских иммигрантов успешных, но, тем не менее, это своим умом, и все, и опять же, они ему помогали, почему? Потому что видели, ну, что он гений, так? И многие другие. Это одно. Понятное дело, что когда человек возглавлял какое-то предприятие, как вы сказали, да, потом стал его собственником чудесным образом, так, в то время, когда рабочим не платили заработную плату месяцами. Конечно, это, ну, это, понимаете как, это наш постсоветский бизнес. Но тут уже, к сожалению, прошло столько времени, по истечению 30 лет. Если мы сейчас начнем возвращаться к этим вопросам, да, то многого мы просто уже не найдем. Многое сто раз, отек уже, да, не найдем. Да. Многие объекты сто раз уже перепроданы, так, есть собственники. То бишь, ну, это уже, знаете, вопрос остается больше для истории, чем для нынешнего дня. Уже 10 лет назад было поздно, так? А через 30 лет, ну, вот о чем мы сейчас будем говорить? Просто надо говорить о другом, что надо максимально, да, все-таки удерживать политику от влияния такого бизнеса. Почему? Потому что именно такой бизнес, да, он влияет на политику, мы же понимаем, не очень хорошо. Да? Почему? Потому что принимаются законы под кого-то. Да? Могут там приниматься постановления кабинета министров, снова такие, в чьих-то интересах, даже не очевидных, а завуалированных. То есть масса вопросов, которые, понятное дело, что могут в тех парадигмах, в которых мы живем, каким-то образом решаться. Вот от этого надо уходить. Почему? Потому что при том всем, что я говорил, что да, в любой стране крупный, очень крупный бизнес может влиять на процессы, но если бы это был то, что называется западный лоббизм в чистом виде, да, когда есть лобби, есть закон о лоббизме, есть официальные лобби, которые представляют
чьи-то интересы, так, об этом знают, и, по крайней мере, принимая какой-то закон, они понимают, что этот закон продуцирован кем-то, да, или они поддерживают какие-то политические партии, которые близки им по духу, но не исполняют их желания. Так, вот тогда, ну, это, скажем так, цивилизованный подход, да? Вот нам надо приходить к цивилизованному подходу. А для того, чтобы приходить к цивилизованному подходу, да, у нас должна быть, во-первых, сформирована власть таким образом, чтобы была возможность максимальному количеству политических партий и политических проектов добиться до местных органов власти. Или а у нас до... є політичні партії, чи це все симулякри такі собі? Просто юридичний інструмент, купив одну, іншу перейменував. Ну, я вам скажу так, партії... знаєте, у нас многие, ну, некоторые говорят, что типа політичних партій у нас совсем нету, ну, в тому виде, в якому ми їх должны понимать, да? В ідеологічному, нормально. Некоторые, да, некоторые говорят, что есть. Я все-таки склоняюсь к тому мнению, что у нас есть несколько партий. Можете перелічити? Ну, смотрите, все же, кто бы что ни говорил, да, но мне кажется, что, вот я назову одну, что, допустим, Батьківщина, так, не только по своему сроку существования как партия, да, но и по тому идеологическому тренду, который она поддерживает, она, в принципе, более-менее стабильна, да, и там более-менее стабильная и одна и та же, ну, группа лиц, которые представляют эту партию. Так, Батьківщина – це перша, так би, якби, школа для таких політиків. Бачите, як Аваков, Турчинов, Яценюк, Паши. Хто тільки не вийшов з тої Батьківщини? Така кількість умовних зрадників, на котрих ображалась Юлія Володимирівна. Я говорю именно о партії Батьківщина. Той партии, которая была с тех 90-х годов. С 90-х смотрите, років. Да. Вопрос ведь в чем? Да, был период, этот был период не такой длинный, и он был, по сути, при тогда, когда президентом был Виктор Федорович Янукович, когда все те, кто находились, скажем, в условной оппозиции либо позиции к партии регионов, так, и той коалиции, которая была в Верховной Раде, и к Януковичу, соответственно, они все вливались в этот проект, так, не знаю, по каким там своим соображениям, но они не вышли из этого проекта, они не выросли из этого проекта. Если мы будем говорить реально, то тех, кого вы называли, так, они туда попали и таким же образом Турчинов, оттуда... например, вырос, да, из этого, да, проекта. Да. Ну, подождите, ну, 1-2 человека, 10 человек, так, они не решают, ну... всей картинки вообще, так, то есть я говорю абсолютно свое мнение, я же не настаиваю на его правоте, но говорю, вот если брать именно идеологичность, да, ну, в чистом смысле идеологичных партий, если не брать ультранационалистов, да, ну, то совершенно другой спектр, да. У них идеология цікава, вони б'ють журналістів, а ось російський енергетичний бізнес чомусь не чіпають, бо, ну, страшно, напевно, там, де страшно, там у них і ідеологія закінчується. Не, ну, то уже действие, я говорю именно про идеологию, да, то у Батьківщины, я же говорю, это идеология, в принципе, более, такая центристская идеология, да. Центристская идеология, это и нашим, и вашим. Сегодня землю продаем, завтра не продаем, то мы с МВФ співпрацюємо, потім не співпрацюємо, то Ляшко поганий, тепер Ляшка підтримуємо. Ну, знаете, тут можно, скажем, наверное, оценивать любую политическую силу, уже не будем касаться какой-то конкретной, да, по принципу тому, как говорили о Британии, да, что у Британии нет друзей и врагов, у Британии есть постоянные интересы. Да, вот у какой-то партии могут быть постоянные интересы, а с кем дружить, с кем не дружить, на то и есть политика. Политика – это, скажем, не вопрос константы, так, а вопрос нахождения лучших компромиссов, так, и лучшего, и достижения лучшего результата. Вот. Тоді давайте повернемося, дамо оцінку Саакашвілі. От дивіться, він нам каже, що Росія нас по реформах обійшла. Це, чекай, ти приїхав у 2015 році разом з Порошенко і цілим десантом грузинів. Там як не міністр, то грузин, як не замміністр, то грузин, в прокуратуру грузинів.
Так, то чекай, то ти ж, і ти ж зі своєю командою робив ці реформи. Та вибач, а в Росії в той час був мрак темний, да, темний морок, орки і все погано-погано. То це що, це таке чистосердечне зізнання в тому, що він конкретно зі своєю командою, з Гуладзе, Деканаїдзе, Квіташвілі і прочих, провалив реформи? В місті з Порошенком, він же казав, Саакашвілі, що Порошенко не олігарх, це суперлюдина. Ну, казав, то тут ти їх і провалив, да? Виходить так? Ну, звісно, і так теж можна сказати. Да? А если... як ви скажете? Ось ви, пане Олексій, як скажете? Да, я скажу так, що... Тільки не по-адвокатськи, скажіть. Я скажу, я скажу достатньо прямо. Да? Я взагалі великий противник советчиков, которые приходят и начинают давать одно, давать советы, так, как лучше реформировать, как лучше делать и все остальное. Конечно, в Грузии были какие-то реформы. И эти, говорят, реформы успешны. Да. Но я там не был и своими глазами не видел, только читал и слышал. Что касается, допустим, тогда вот реформирования полиции в Грузии и их уровня преступности, который был, так, тут я статистикой как раз владел, и могу сказать, что процесс этот был очень длительный, Так, там был и рост преступности и так далее. То есть, одни говорят, что это из-за того, что они начали регистрировать все, другие говорят другое, но не суть. Так, опять же, это надо судить, если ты там был, знаешь и, в общем-то, своими руками пощупал и можешь оценить. Михаил Саакашвили меняет свою риторику очень часто и очень в противоположные векторы. Вот президент Порошенко этому вообще яркий пример. Да? То он был лучшим реформатором в Украине, то был он, стал он барыгой так, и так далее. А зараз Саакашвили каже, що він ніяких претензій взагалі до Порошенка вже не має. Вже не в одному з інтерв'ю, да, він сказав. Ну, прекрасно. Так. Зеленський, так, до речі, теж одні із іноземних газет, і опублікували переклад на сайті Офісу Президента, теж сказав, що він не хоче переслідувати Порошенка, і якось так пройшло, ну, ти ж був його вирок. Угу. Ось, і зараз ми от плавно переходимо до пана Порошенка, до шефа бувшого. І коротко, оскільки маємо мало часу, Порошенко заявив, що у Києва з'явився унікальний шанс повернути Крим. Це сказав Порошенко. Знаєте чому? Бо ціна на нафту впала, і тепер народна коаліція видавить Росію із Криму. От буквально п'ятьма словами. Як ми допоможемо Порошенкові реалізувати цей план? Ідемо видавлювати Росію з Криму? Ну, Порошенко – лідер фракції Верховної Ради, він може ініціювати якісь видавлювані свої пропозиції. Ну, однак ми прекрасно розуміємо, що, к сожалению, рішення цієї проблеми, да, и этой задачи, ну, в самой малой степени может быть связана с ценами на нефть. Так? В конце концов, тут же вопрос идет не о цене на нефть, да, а о совершенно других угрозах, которые есть. Здесь вопрос совершенно, как на мой взгляд, решаться должен по-другому, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент, исходя из тех реалий, в которых мы находимся сейчас. Это создание максимальных условий для того, чтобы жители Крыма ощущали себя гражданами Украины и хотели приезжать сюда, допустим, на учебу, работать и так далее. Ну, то есть, чтобы они чувствовали себя интегрированными в нашу систему, так, и могли бы возможность в том числе приехать проголосовать на... Чтобы они почували себе громадянами нашей, да, державы, а не державы, с якою у нас складні стосунки. Дякую вам за цікаву і змістовну роботу. Роботу, вибачте, за цікаву і змістовну розмову. Але ж адвокатів розмовляти теж робота. Сьогодні у нас у гостях в програмі ТБУ був адвокат, відомий адвокат та дуже професіональна людина Олексій Бебель. Я з вами прощаюся, залишайтесь на каналі КРТ, не перемикайте. Воно небезпечніше, ніж СБУ.
для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ.